пускать динамикает. На-на-на, ты. Звук включили мы заранее, потому что пистолет проворонили мы. Друзья, всем вновь привет. С вами Слэм и Юрец. Да, еще раз приветствуем вас. Ну вот, проворонили мы не только пистолет. Ну мы проворонили, опять же, я объясню, не потому что пистолетка и все такое. Во-первых, дела, и во-вторых, просто непонятная была машина в скайпе, которая сейчас продолжается, потому что безумный швед из команды, как она называлась? Полигон. В общем, безумно этот швед начинает просто атаковать меня, атаковать овердрайва, атаковать всех, кто находится в этой конференции Asus, где люди общаются. А здесь тем временем Зуан просто разбирает экономический раунд соперника, уничтожая до Симунер и подобранный ими девайс, который они в наглую пытались реализовать на парапете. Но вот есть коллаж от Халли, который был куплен в начале раунда. Как я понял, X2 он идет в раунде, минус 2 от него было. Опять давай же, мы отметим немаловажно взятую пистолетку. Вот, да, взяли пистолетка в дефе, друзья, на дасте втором. Давай расскажу немножко о команде Place to Play. Потому что ты, наверное, мало что сможешь сказать или сможешь все-таки. Ну, давай ты, а я, может, что-то добавлю, интересно. Давай. Ну, здесь такие личности выступают, как Халли, Мунер, Фокс, Ромшки и Дойса. В принципе, мы не видим здесь овердрайва, который должен был играть за этот состав уж по-любому. Сайт вообще существует такой, Place to Play Road. Кстати, мой бывший работодатель. Бывший работодатель, да. Ну, я со всеми в хороших отношениях, поэтому у меня только теплые воспоминания об этом проекте остались. Я в нем находился. Ну и команда там недавно образовалась, как бы, естественно, это друзья Овера. Как он сказал, что это friendly mix. До этого Овер постоянно собирал микс Place to Play на любой из чемпионатов, включая Asus. На одном Asus они даже бы заняли третье место, опять-таки, играя совершенно тупым миксом. Ну это был Final Battle of the Year, кстати, в том году. А такого, по-моему, еще не было. Это первый раз. В том году был. Был уже Final Battle of the Year. Да, в том году в Киберзоне он проходил, не в Киберарене. А, все, вспомнил, тот провальный Asus. Ну, в принципе, да, с какой-то стороны, да. Ну, вот все жаловались на него, я помню, там что-то было не так. Ну. Там параллельно еще был какой-то чемпионат, который как раз, по-моему, то ли M5, Dota 2 Star Championship. Да, они... Нет. Параллельно был чемпионат PKS. А, отборочный на EM. Отборочный на EM, когда M5 поехали играть в Киберспорт-арену, матч против ESC Gaming. Да, и вот тогда там с графиком было не все гладко, и, короче, там, не помню... Была куча машины вот по этому поводу, и как раз M5 вот там попали под шквал огня. Да, ну Киршнет тоже тогда расстроились, потому что первое место они не заняли как раз таки, а заняли его Moscow 5, которому позволили разгуляться, прогуляться. Ну и как итог, блин, довольно со многие после этого. Ладно, здесь пока так парыч, Халли накрывает всех. Халли, кстати, тоже вот один из молодых игроков. Сейчас уже, наверное, молодым называть никак, но играет он стабильно, как бы для уровня там российского КС-а. То есть держит. На уровне остается чувак, здесь пока террорист винут. Такое интересное слово, вот его на уровне можно использовать практически во всех, да, вот ну, применение. Как бы он играл в Virtus.pro в свое время, этот чувак играл в Virtus.pro. Чуть-чуть он поиграл. Ну да, чуть-чуть, потому что... Что-то он потом их не устроил и его быстренько набрили. Ну, вообще не он. Там из Virtus.pro бежали просто как станувшего корабля люди. Ну, может быть. Ну, казалось именно с виду так, то есть что там было внутри, мне неизвестно. Знаешь обычно, кто первыми бегут? Кто? Крысы. С корабля. Ну вот. Ну зато потом они долго живут. Ну, не факт. Ну, в принципе, да. Другого корабля-то рядом нет. Да, они уже и так себе подпортили. Ну, не знаю. Ну да. Ну, в итоге мы зато здесь видим Романа Макарова, который, надеюсь, тренировался, экс-игроки М5, Фокс, Дося, Ромшки. В паре с Мундром. Халли. Мундр, кстати, это, наверное, один из сильнейших игроков в интернете, если брать Россию. Мундр? То есть, да, да, именно он. Когда играет из дома и матч в интернете, Мундр не прощает никому ничего вообще. Давай посмотрим за ним, наверное, сегодня более пристально, потому что вот я хочу убедиться в твоих словах. Хорошо. Что-то они мне вызывают минимальное сомнение. У чувака дома стоит мощная тачка, CRT Моник. Там, ну, читер, да? Понимаешь, как там все у него? Ну, у него все просто, у него вот комп просто под КС. У него компьютер олицетворяет невозможности, да, интернет, да, Counter-Strike. Ты на него смотришь, чёрт, вот на этой тачке можно играть в КС. Ну и CRT монитор, это явно этому доказательство. Ну, в первую очередь, да. Как бы на CRT-шке, конечно, полегче играть. Ну, поприятнее, по ощущениям. Даже, наверное. Ну, вот молодым игрокам не понять, потому что в свое время, когда не было этих моников... Я помню, была чудо-фантастика переходов на ВЦГРАШа, на мониторы ЖК.
Ой-ой-ой, я вообще этот момент отчетливо помню. Там был такой траур просто, это вообще. Так все плакали. Ты не представляешь, что такое играть на CRT-мониторе. Хотя, может, ты и представляешь. Я представляю, что такое играть на CRT-мониторе, потому что я всю жизнь CRT-монитором пользовался. 8 миллисекунд задержки, там что-то еще. Короче, ну это просто печалька. Не CRT, ЖК, ЖК. Да, это ЖК монитор. Первые, которые вышли, там 8, там не 8, а 13 было. 12, по-моему, да. 12. Ну, короче, это просто неистовое было пекло. Вот все плевались и, ну, куда деваться. Куда деваться. Ну, теперь технология победила. И да, теперь и вот... мы можем, в принципе, на 120 Гц наслаждаться, например, в Киев-Киберспорт-арене в экстрим-зоне игрой на качественных тачках с качественным моником. Да, тут не поспорю с тобой. Но CRT старый добрый все равно будет приятен. Пока что вот вставший Ромочке в стену лицом. Ну, вообще, кстати, забыли про матч. Вот да. Рассказываем какие-то истории. А тут-то уже счет 3-2. Place-to-place взяли. Place четвертый раунд. Блин, этот place-to-place. Вот у меня place-to-play. Play-play. Place-to-gay. Гей. Place-to-gay просто. Ну, давай. Такое тоже может быть. Это мочи как, так. Это как Дед Мить от меня, так place-to-gay это от тебя, да? Ну, нет, нет, не надо. Не, вообще, кстати, все приколы, как бы, я работал на ресурсе, там, пользователи сайта делали такие мемы, что было. Было много чего. Слэм нормально в микрофон говорит. Так, а я нормально в микрофон говорю, между прочим. Ну, что, здесь опять раунд, как бы, на выбивании был от команды place-to-play. Спокойно они, в принципе, забрали кирчей, сейчас у кирчных нет денег, естественно, они будут сливаться, это выход вперед для place-to-play. И вполне... ожидаемый выход вперед. Я вообще в половине поставлю на 8-7. Я думаю, что здесь Керч просто не позволит Миксом обыгрывать их и драться с дефенс. Давай тогда уже я приму твой вызов и ставлю на 10-5 в пользу команды Place to Play. Ну хорошо, давай. Я буду верить в Андрея до последнего. Нет, я не то что не верю в Керче, я просто вот что-то мне кажется, что вот это будет первый счет. Ну, мне так не кажется, просто потому что пистолетку взяли. Тут Керч просто вполне спокойно знает, как контрить вот того же Хали. Кстати, Хали в свое время просился в состав Керчнет. Эту инфа мало кому известна, но мне об этом рассказывал Бондик в один из моментов, когда были перестановки в украинской КС-сцене. Наверное, когда Шар набрили. Ну да, 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 там они долго думали, кого брать пятым, как бы. Вот. Ну, Хали бы подошел. Как бы чувак жаждет побед, но ему пока что негде. Ну, вот если есть. Перед Керчами всегда стоит выбор. У них есть ВЦГ, ну, точнее, было ВЦГ, на котором можно было побороться за поездку на какой-то чемпионат. И они, кстати, вот на предыдущем ВЦГ довольно-таки неплохо выступили. Да, они отлично выступили, просто попались на неудобного соперника в финале. Они убрали Нави, как бы для ДТС это был уже просто подарок. Там уже было. Было много чего. Ну, молодцы, молодцы. Нави, да, не поехали на ВЦГ, но, в принципе, то ВЦГ. Было изрядно печальное. Во-первых, да, в плане... Куча провалов. Да, куча провалов. Как бы. Не только в плане там игры команд из СНГ. Там все было в порядке с этим, я считаю. У всех шансы были. Ну, им 5 хотя бы топ-3 смогли урвать на последнем World Cyber Games. Тоже порадовало, хоть флаг России в Counter-Strike показал себя. Так, смотри, тут пошел у нас заход 3-2-B. Ну, какой-то вот такой вот интересный. МНР выход, а точнее, это нет. Это вообще какой-то развод. Это вообще какой-то развод. Дергали развод, B, они, убили B, дернули центр. Как бы... Мидл убили случайно, Затван вот закрыл сейчас Хали, который выходил в центр как раз таки убивал. Сейчас Затван будет стоять смотреть Тэшку, но в Тэшке никого нет, а здесь уже готовится высадка по длине, при том, что конкретная высадка, судя по позициям, да, и эта высадка не удалась, крутой дал даблкил. Остается один Дося против троих, и не пытается он разрулить этот раунд, но счет становится 4-4. Ну вот пока. Пока. Пока ни тебе, ни мне, знаешь, как я вообще переживаю уже типа за свою ставочку, а вот тебе вполне устраивает такой результат. Да, конечно. Ну я ставлю. Ты не сказал 8-7 в чью пользу. А, в пользу Place to Play будет, скорее всего, просто. Ну, они... ты тоже делаешь на них. Ну, да, но просто... Нет, у них как минимум атакующая сторона. Да, атакующая сторона, раунд преимущества они себя, думаю, смогут здесь взять. Согласен. Ну, плюс это игроки, то есть вот тот же Дося, Фокс, Ромушки, это такие чудеса могут на Дайсе творить, как бы. У них даже там с учетом отсутствия нормального координирования, да, вот в момент игры, они все равно смогут там вытаскивать какие-то моменты на опыте, потому что Dust 2, опять же, у Moscow 5 была одной из решающих карт в течение полугода. Да, я помню, вот у нас тоже против М5 всегда там были зарубки, вот особенно когда там играл Фокс и Дося, вот любая команда, против которой мы играли, будь то, как они назывались, когда у них первое название было. Meteor Makers. Нет, когда Керчи, точнее не Керчи, а 4... Force? Не вперед Force. Перед Форс. Давай. ТП Спортс? Yeah, вот именно они. ТП Спортс, когда они назывались. Вот тогда даже с командой на Дасте втором было очень тяжело играть. Так, у нас сейчас крутой должен, в принципе, был убивать, но вот его грамотно заплешили, пытается, смотри, пройти в тупой. Он четенько прошел, но вот не совсем как не совсем туда, да. Ну и в итоге атака удалась
У Place to Play неплохо они разобрались с гусем. Хотя крутой это мог на самом деле отстрелить. Забрали кэпа, ну и бондик за Зетваном, наверное, будут сейвить девайс. Тут есть одно ВП. Зван еще пытается дать прострел в парыч, который не сработал. Ну и, по-моему... Так, вот у нас есть вот небольшой вопросик, Досил ли давно играет в Place to Play. Недавно они играют, и Доби, и да, Фокс, недавно, и Доси. Недавно. Вот, как только распалась команда М5, так вот сразу... Ну, там она не распалась, там распустили состав, но, в принципе, с учетом отсутствия ивентов, как бы, да. Да, ну это логично было. Как бы организация может возить команду, да, но ивентов за рубежом, как бы, осталось единицы, да. Ну, решили пойти... Организация просто пошла путем организации, да, отказавшись, скажем, от денежного балласта, да. То есть... Который, ну, то есть, как бы зарплату-то надо платить игрокам, ну, да. Да, не будут они просто так это делать. Так. Ну, в организации все равно опять все хорошо, у них есть лоллеры, на которых они неплохо выезжают сейчас. Так, смотри, поджимает следующую базу, вот Халин выбирает сразу Z1, но там есть еще крутой. Ой, 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 крутой, все мимо. Вот я помню, вот стоял бы тут Сережа Старикс. Да, стоял бы там Сережа Старикс, там было бы просто минимум 3 там головы. Там лица рассыпаются просто на части. Вот на себе лично ощутил, вот мы взяли тогда, я помню, один волевой раунд в Нави. 1-4, это был, единственный, я потащил. Да. Скромняшка, да? Не мог, не похвастался. О! Бондик-бондик, вот это да. Просто взял на нож, посадил Фокса. Ну так вот, и вот с этой позиции Сережа Старик сразу буквально там в следующем или там через один раунд сделал 3 отличных хедшота и похоронил все наши надежды пойти команду на Ави. Но шансы были. Да, всплыли. А здесь матч продолжается. И 6-4 он отдачил. От Керчнет. Такой себе бай, ну, да. Есть фамас у крафтика, значит с деньгами не все гладко. Блэйд по центру у нас играет крутой, так, Кавик. Так, вот Z1 там интересную позицию. Мне, кстати, объясни мне, почему они думают, что они, что на длине ему ВП вообще поможет, как бы. Ну вот оставляют они здесь крутого. То есть он мог сыграть на центре значительно в разы лучше, как а я надо думаю. Было смотреть именно. Тут смотри, тут походу центр Б сейчас будет. Да, центр Б, Блэйд и Блэйд. Пока что Кэп собрался. Собрался на плинте, забрал одного игрока. В итоге на него выходит с прострелом. Да, Кэпа? Да, флешка. Она не могла ослепить атакующего игрока. Она залетела четко за текстуру. Она, вот, она залетела, да, вот сюда, она здесь вот взорвалась. В итоге, и вот Кэп вынужден в итоге был Кэп стал отворачиваться, и в этот момент просто вышел игрок атаки, поняв вот эту вот оплошность, и застал его врасплох. Ну и в итоге остается один крафтик против троих. И, кстати, вот послушал я буквально несколько минут, там старуха, оказывается, в стриме дает указания команде Керчнет, как надо играть. Да, у него там всегда какие-то указания. Он, походу... А потом он будет сидеть и звонить всем там, извини, брат, я не хотел. Я не то насоветовал. Ну, короче, вот остается один Тарас, будет он сейвить АВП, и вот пока у него это неплохо получается. Ну, только пока, потому что знает, где он находится. Ты бы карту классно, вот, да, мы глянули, загоняют его. Ну, один мид, один пошел по следам, как бы, но да. Бомба уже вот-вот взрывается, и к Тарасу приближается соперник. Ну, Доси заберет, наверное, АВП. Нет, против не забрал Доси АВП, и АВП есть у Керченет. Браво, крафт, засейвил, девайс, минус 2 на сейве. Ну, это такое вот. А счет тем временем становится 7-4, розыгрыш первой половины. Я уже так переживаю чуть-чуть меньше. Чуть-чуть вот, меньше, уже, потому уже что ты видишь, что Place to Play разогнались. Да. И смотрим на крутого. Вот интересно. Интересный ход на самом деле мысли. То, что вначале не увидел, надо подождать. И Place to Play, посмотреть, какой десант на длину делает через банки. Ну, играют, знаете, играют, скажем, как по старой тактике. Вот именно по тактике. Не стратегии, там, не построением, не фишкой, не заготовкой, а тактика. Знаешь, как в старые добрые времена. Это будет по-любому нежданчик для Керчей. Вот 5 длина это называется. И вот пошла закидка у нас. Есть первый минус. Убивает Блэйда на пунте. Ну и забирают крафтика, бондика. И вот единственный минус делает Зван, у которого ВП. Крутой делает ВП. Да, Зван остается без... Зван вообще без всего, с пистолетом просто. У него сейчас был шанс дать фраг, но шанс оказался. Просто шансом и ничем другим. Ой-ой-ой, крутой ноузум. Ну вот завязывай ты со своими ноузумами. Сегодня вот и так за него поволновались, да? И да. Тут он тоже решил поноузумить по Халле, но Халле не тот воин. Сегодня ноузумы получались у Z1-а. Вот он четко, помнишь, на закрытой там убивал? Да не Z1-а, крутой убивал. Нет, Z1 убивал тогда на верхней волне. Ноузумом с кольта, да? Лол. Ладно, ладно, смотри, тут восьмой раунд. Смотри запись трансляции. Восьмой раунд взят, и сейчас будет играть наши ставки, друзья. Бондик Крафтик. Интересно. Так. Бондик с крафтом заняли банку. Бонд сразу отошел. В итоге
Надо было на самом деле остаться и попытаться подавить чуть-чуть. Вот если бы они там попростреливали, как-то ее, было бы интересно. Смотри, как нагло играет Ромушка. Он, по-моему, вообще вышел один в мидл, и вот сейчас там будет какой-то размен. Да, ну, будет там, ну, там размен будет. Там просто Рома пойдет, умрет. Ну, умрет. Это как, знаешь... Не, ну, бредово выходить уже, вот знаешь, вот, когда ты прочекал, что вблизи нет, дальше идти. Ну, понятно, что мидл не будут отдавать полностью. Ну, это да. Глупо. И вот лезть и выходить на прицел, заведомо зная, что ты погибнешь. Вот Блейд законтролил и... Ну, только сейчас будет интересный расклад с прайпетом. Это возможно. Либо мид кэп и... Мид кэп. Кэп, походу, либо слышал. Смотри, видишь, выходит Халли. Он запирает центром, прикрывает атаку на парыч, скорее всего. Ну и опять, вот смотри, просто, по одному где-то почему-то. И Халли отходит. В итоге Бондик занимает тупой. Антифлэш позиция. Крутой с подъема даст ему всю, в принципе, всю нужную информацию. И вот первый минус от Крутого. Тут уже понимает Киршнайдер, что это контратака, и надо ее убивать. Как, ну вот Бондик зря сейчас повернулся, словил флеш, в итоге минус тут есть. Играет Крутого, ну и по идее должны догадываться, что Бондик находится именно здесь. Ну и давай смотреть. Так, вот прочекали, но Бондик дает отличный хедшот, забирает МНР, забирает Халли. И минус последний отправка. Забирает Дося на длине. Как видим, заготовка с Бондиком сработала. Ну, случай в случай, просто считаю, здесь была доля везения, просто Бондик не палился весь этот выход. Ну, Крутой справился с позицией. Ну, просто, знаешь, все это смотрелось веселее, если бы не отдался в начале раунда Ромушке. Вот это просто ненужный минус. Он рисковал, но, типа, риск получился не совсем оправдан. В итоге Халли потом просто не смог Блейда разменять. Ну, не получилось у него это сделать. Подсадочка от Киршнайдера будут отстреливать. Тут в 2 ВП играют Киршнайдер, Зван плюс Крутой. Крутой сейчас может получить просто в голову, я думаю. Прочекал. Он также знает, что с 8 кидали. И на 9 может пойти. Минус Дося. А центр проводит тем временем Ромушки. Стоит белый. Бондик его запирает. Раскидывает Халли парыч. В итоге идет прострел в нижнюю тэшку. Попадает по Халли. Ой-ой-ой. Как закрыли place to play. Вообще просто жарко. Жарко. Слэм, а ты не думал, что ты Ванга? Нет. Потому что пока вот кажется, что вот так все опачки. И закончится. Ну нет, вот после такого хедшота. Я говорю, вы видел хедшот? Ну это я червя закинул на твой прогноз. Ты вот такой. Юрец хитрец, сожрал огурец. Есть еще шансы для Керчей взять раунд, будут они выбивать базу Б. Бомба установлена, но ситуация 3 в 3, поэтому есть шансы. Как видим, летает флешка сверху, два игрока от пунты играют, один Дэнс минус от Фокса. И, по-моему, это 9 раунд для Place to Play, потому что очко сейчас будут принимать, да, и спрейт Халли. Все-таки 9-5. Червь-то сработал. Ну, сейчас будет 9-6 просто. Денег нет, а нет, есть или нет? Есть. Есть, должны быть деньги. Там надропают девайсов, но я думаю, всем не хватит. Ну, червь сработал, нет, смотри, но... да, у крафтика нет девайсов. Ну, ты видел, какая ситуация, просто вот грамотный мув от place to play в сторону точки Б. То есть да, они согласен. Очень вовремя туда пошли, приняли правильное решение, решили там не мансоваться по центру, не рисковать с позициями. И получилось, что получилось. А мы продолжаем смотреть за матчем. Так, вот Бондика сейчас на длине хорошо приняли, прострелом пытались не отпустить. 35 хп осталось, там в догонялке кто-то играет с диглом. Это крафт забирает девайс, вот это нарезка. Да, вот так вот эти раунды берутся. Вот как-то вот все. Вот просто сыграйте тимплейно, и моя ставка сыграет. А так? А так, да. А так 9-6 и боевая ничья. Ну здесь могло быть 8-7, если бы не раунд там был. Ой, Роман, смотри, стрейфу проиграл. Чудом уходит Ромушка, остается у него один хп, и вот ситуация все больше и больше усложняется для команды. Place to play. Ой-ой-ой, тут Рома пытался. Теперь становится практически невозможно. Да, тут уже ничего не сделать. Крутой просто сейчас отошьет парыч. Ой, на релат ушел не вовремя. Дым, гранат, под него еще вторая влетела. Печально, печально, конечно. Но уходит в закрытый деф, открытие на мидле от Ромушки, сразу его казнит Блейд, естественно. Ну и теперь только чудо спасет. Ну, это Фокс правда. Может здесь еще попотеть, знаешь, он 1 в 5 брал, но не в этот раз. Ну, хедшот поставил. Ну и 9-6, не твоя, не моя, дефолт. Говорю, видишь, сыграли в мировую разошлись мы с тобой, да. Чуть-чуть не угадали. Ну, сыграли в дефолт, согласись. Сейчас Киршнет по силам первая пистолетка. По сути, взятая пистолетка, это уже 9-9. Как бы, так что... Да, согласен. Так что борьба здесь будет по-любому, то есть, какой бы счет ни был. Погнали! Вторая половина вот на пистолетке будет интересно. Давай сразу карту смотреть, что там происходит. Так, подсаживает еще один рестарт. Ага. Вот как задумали команды. Это задумали place to play. Скорее всего. Да вряд ли, они уверенно подсаживали на зигзаг, поэтому я думаю, рестарты были инициативой Киршнет. Так, ну да, C58 Blade, Бондик
Бондика подсадили, Блэйд ушел, Бондик будет чекать парыч. Ну а разыграют они просто 2-2 и все. Как бы что, они будут ждать, опять же, ошибок. Ну, задача первостепенная, наверное, сейчас будет схватить парапет, потому что аркада на парыч пойдет. Но она пойдет только в том случае, если будет хотя бы какая-то попытка атаки на Б. Вот знаешь, что мне не нравится в этом дефенсе? Вот то, что вот Хали полностью отдал длину. Вот сейчас он, конечно, возвращается туда. Но изначально просто, пока нет никакого шороха на парапете, на зигзаге точнее, то... Смотри себе длину, ты все равно, типа, вот там пройдет чувак близко и все. Тут смотри, смотри, что делают, крутого просто подсаживают. Как так бы. Уже и подзорвали крутого, неплохо. Ой-ой-ой, прочекали все. Вот эту подсадку. Опс! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая баночка, какая баночка. Встает обычный кэшот, USP забирает крутого, который был с диглом, который должен был убить вот этого МРФ. Ой-о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 й
что-то и делаю. Что мне Дэнди запретит? The One убивает он в мидле. The One что-то заблудился, он там одиноко гулял. Не, погоди, 3 в 5, смотри, смотри, Бондик проходит и опять не видит пиксель. Вот был чувак здесь или... Нет, это тебе показалось. Мне показалось. Да. Ну вот, замечают Бондика. Халли, скорее всего, ну и теперь есть перестрел у нас Халли. На планте. Так, МНР убивает Крафтика и все больше и больше. Да, Кэпа заперли на Парыча, все, Бондик остался последний. Вот он сейчас стоит и думает, что мне делать, как бы. Минус Халли, ну да, на него пошли по одному. Ну, Бонд-то одного хоть забрал. Ну, он, может, двух заберет, не заберет, там уже. Досян, вот я считаю, был ключевым игроком в этом раунде, потому что вот он нереальный хедшот дал. Кому он дал? Крутому, да, с Диглом, который подпрыгивал в подсадке, и получил он по заслугам, в принципе. Здесь на самом деле еще проблема большая для Киршнет. Прямо сейчас встала. Первая, нет бомбы, вторая, нет денег, и третья, бомбы-то не было, чтобы на третьей купить. Ну, нет, на самом деле, третий раунд, он может, там будет слабая закупка атак, если они сливаются с глоками. То есть там будут АКМы с легкими арморами, там, у кого как. Вот у Бонда будет тяжело. У остальных пока будут легкие. Ну, вот, может, кого-то наубивают. Как видим, разложили всех. Да, втроем керчи выходили в мидл, никого не разменяли, даже толком не покосали. Ну и остается крафтик из Z1, который попытается поставить бомбу на пленте, ну и, я думаю, вряд ли им это позволят игроки команды Place to Play. Вообще фантастику решили придумать. Выходи, дружок, называется. Ну не без юмора, да, не без юмора, конечно, сыграли. Веселятся керчи. Молодцы. Молодцы, что еще могу сказать. Итак, пока что я обновляю статистику, чтобы посмотреть, что происходит сейчас. Все четко происходит. Мы растем, а кто-то падает. Кто-то просто даже и не... Так. Вот то, что я тебе говорил. Бомба была не поставлена, а решили закупаться керчи. Тут интересный сейчас момент будет у Халина. Тема в том, что вот. Ну вот такая позиция. Вот и второй минус. Просто слайенький в блейды влетает. Ой, place to play корячится. Вот те вот легкие арморы, о которых говорил я, потому что вот денег у керчей там не хватало, но все-таки рискнули и вот пока прогадали полностью. Не ожидали они вот такого поджима от Хали. Вот реально он сидел в очень такой неожиданной позиции. Я бы вот там удивился, если бы его увидел. Но вот и керчей он удивил. Ну да, немножко. Не, вообще позиция, она старая, но вот ее и реально команда, когда из СНГ команды, когда играют друг с другом, редко ее используют. Ну вот сейчас один из моментов, опять же, в онлайн-части. Не самый жесткий, конечно, но что поделать. Что поделать. Так, крафтик у нас пока. Остается один, ну и попытается он сотворить чудо. Вот ну, чудо-юдо может быть вообще. Да, Тарас такой, что может. Ну, вот здесь, как видим, Роман Макаров тренировался и не позволил этого сделать. 12-6, это уже на самом-то деле огурцы, огурцы-помидоры. Да, Визи? Конечно. Конечно. Это не карта Кирчнет. Да ладно. Визи нажал тап и не выключил. Манеры просто. Так, ну и вынужден сливать кирчип. Вот, видимо, у них есть два дигла, по-моему. Нет, один. Сейчас вот Мунер нормально напугал. Нет, слишком рано бросил гранату, как бы. Украинцы не бегают так быстро, как в России, на эко против Мунера, знаешь, там в пятером как договорились. Ну, тут его должны задавить. Да, тут его задавил крутой. Забрали девайс, отлично, можно реализовать, попытаться против Ромы. Там Рома тоже на халяву стоит. Ой, вот Рому надо убивать! Ах! Вот убили бы, и был бы еще девайс и минус 2, ну супер просто. Ну, в итоге Рома делает минус 2, Халли ну, забирает да. Оставшихся двоих. И счет становится 13-6, и Кирчнет потихоньку начинают расслабляться.
как бы. Ну, понимаю, они, по-моему, уже просто понимают, что здесь вытаскивать просто нереально. Нет, почему? Я думаю, вот они будут бороться до последнего, как-никак, еще три раунда, тем более Киршнета играют за атаку, поэтому есть все шансы потащить. Так, съел Блейд. Здесь, как видим... По таймингу четко залетает Грена, забирает она вот. Ой, Хали. Нет, Хали не... Вот Хали опять пыталась сыграть нежданчик, не вышло, крутой минус Мунер и... Команда Place to Play. Кстати, есть такой русский команд, любых вообще, микс или команда, да. Расклад такой, берем там, да, вот до счета 13-6, потом расслабляемся и сидим на бабах. И терпим потом. Да, и потом просто терпим. Как бы терпим. Ну вот, как раз, ну, вот например, команда, Роман Макаров, вот сейчас что сделал. Да, вот непонятно, что это было. Но вот я еще раз повторюсь, Киршнет та команда, как раз, которая может потащить вот такой вот матч. Ну, Дося вот, может. Если Досян не будет вот делать вот такие вот штучки. Ну, Досян их будет делать просто пока жив КС, как бы. Я думаю, он еще и в CSGO такие так, штучки. Так, ну смотри, будет. Он убил двоих и изрядно уже покоцал два раза. Ой-о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 й
неведомую текстуру. И забирает на Тараса, делает отличные минус 3, и счет становится 16, точнее 14-6. И два раунда остается взять place to play. Минус бабки у Керчнет. Ну как минус бабки? У них вот сейчас, я вижу, есть калаши, есть закупка, да, но это, скорее всего, последние деньги. В этом раунде уж точно панели пропал, как бы. Предстоит поставить бомбу и взять раунд. Вот, если раунд не возьмут, то это уже будет пятнашка для P2P, там не имеет смысла смотреть даже будет просто. Как бы. Не, смысл имеет, но 15 раундов отданных в групповом этапе это уже такое. Так, Ромушки делают первый минус в этом раунде, забирают он крутого, который пытался выходить в миду. Как-то небрежно, походу, без флешки, без ничего, и вот за это поплатился. Так, моменталка на центр пошла. Выход от Зуана. Открылся, пострелялся. Убил грибы. Отлично. Закрыл Роман вообще четко. Вот. Ну, флешка была лишней при таком выходе, конечно, потому что Рома понял, что можно стрелять, но Зуан ну, здесь должен смотри, был по логике действия умирать. Переламывает ситуацию в свою пользу. Ну делают и все вроде. Два ответных минуса. Халь забирает Блейда и сравнивает ситуацию. Потерялся Доси. Ну что, тут выход Б. Сейчас будут ставить Керчи. Фокс дал инфу. Опс, разложил Зетуана. Просто не дал пройти в крутой. Так, где же эта щелочка? Вот искал ее Фокс, хотел прострелить. И кто-то лезет в окошко. Кто-то сейчас просто получит в окошке. Хотя нет, здесь слишком интересно. Ну, слушай, Т-шка плент, это 50 на 50. Здесь как бы 2 в 3 здесь можно отбить. Да, можно вообще легко разруливать такую ситуацию. Поэтому, тут ну, это вот даже не проблема, да? Да. Вот смотрите, сразу 2 в 1, и АВП одно остается, который ничего не сможет будет сделать. Задавить. Бонд пошел убирать АВП, в итоге Фокс его наказал сразу же за это. Но... Но раунд остается команде Керчнет, 7 раундов всего лишь, их всего лишь, да, будут отделять от команды Place to Play. Это сурово, конечно. Это суровые расклады, очень суровые. Так, ну по идее у Place to Play денег дофигища, проблем у них пока с ними не должно быть, и вот могут себе они позволить отдать один раунд, но затягивать не стоит. Давайте продолжать смотреть, может что-то будет веселое. Ромушки центр, Фокс. Б, Халли, Парыч. Ну, 2-1-1, интересно, встали. Ну, по факту здесь 2Б, просто мид изначально будет заниматься Рома, он там аркадить не должен. Должен играть аккуратно. И вот Зван сейчас... Хоп-хоп-хоп, просто посмотрел упор. Вообще прикольно было бы сыграть здесь новым с подсадкой, они могли бы сразу упор брить. Ну, видишь, керчи редко юзают такую штуку, типа, не знаю почему. Ну, в первом раунде они ее, видимо, очень сильно хотели заюзать, что аж там... Со второго раза крутой уже понял, что ему влетит, но надо запрыгнуть ну просто. Да. Ну вот верил он все-таки, что у него получится. Кстати, прошу заметить, что подсаживал его один человек, а подсадить это, ну, там не так-то и просто. Не просто, да. Ну это то же самое, что здесь подсадиться вот сюда, вот вдвоем, вот на эту вот текстурку. Которая вроде бы как даже запрещена, если не ошибаюсь. Запрещена. Потому что там просмотр далее идет. По-моему, в 2008-м поняли, что все-таки не стоит вообще туда разрешать подсаживаться, потому что это бред, даже случайно не можно отпрыгнуть. В итоге, смотри, удачно атакует с разменом А. Ну, 3 в 4 вышли, в итоге Дося не вышел с длины, Дося ждет. Так, вот, ну... вот Дося крафт, посмотри. А Дося играет настолько грамотно, что он ждет крафта, а крафт, опачки! А крафт вообще чётенько. Он еще четче знал, что Дося находится именно в яме, и вот он четко законтролил, под шифтом вышел, и ну никак не ждал. Он знал, что Дося может потерпеть просто. А Ромшки, по-моему, сейчас будет играть в ниндзя-дефьюзера, как я понимаю. То есть вот пойдет он дефить или нет? Тут 10, 11, 10, да, с десятки сейчас, наверное, пойдут уже. Все, Роман открывается, чекает плент, понимает, что там кто-то есть, и уже не будет у него ниндзя.
и шансов на ниже в итоге уходит. Он знает, что его также отрезает Тарас, и Тарас ставит хедшот. 14-8, и теперь уже не так все плохо. На самом деле у Киришнет при должной воле, да, можно собраться. Эта команда, опять же, ты говорил, что она может. Да, вот это та команда, с такого счета вылезти. Потащить. Но в любом случае, мы проводим вечер за интересным Counter-Strike, а не за каким-нибудь там нахрен дебильным сериалом. По первому независимому так, ну каналу. Смотри, вот долго не закупались Place to Play, думали они, вот стоит ли брать вот этот вот такой вот тяжелый бай, потому что есть фамасы. Ну, этим баем они могут переломить на самом деле ход игры. Ну, я с тобой они могут, согласен. Они могут из тонуса, вот сбить тонус кирчам вообще просто за нефиг. Но у них есть за спиной такой багаж раундов, что они могут позволить себе слить раунд, и вот чтобы потом у них было на два подряд закупиться. Почему бы и нет? Почему не попробовать? Ну, ничего не теряют. Только время, да, которое для них не особо и драгоценное, с учетом того, что это матч, он идет как идет. Тут вот сейчас свои прикольчики начнутся на длине, да, пошел пробросик ямы, сейчас Ромушки будет принимать. Понимает он, что здесь все уже, здесь надо будет вжимать, как бы, да, там проход в яму, как видим, два игрока там да, есть. Да, ну туда провели АВП, вот АВП занимает парапетик, и вот смотри, вот сейчас будет интересный момент у нас. Опс, крафт, как он грамотно сманеврировал, вот, знаешь, против Романа. Знаешь, такое ощущение было, что он в последний момент решил все-таки проверить. Ну да. Фокс вот убивает двоих на пропете, минус от один, минус блейд. Мы остаемся два игрока проходить по длине, и вот их будет встречать МНР. Мунер здесь больше на инфу, как бы, да, он даже не стреляется, он просто дал. Все правильно делать, потому что там будет как минимум перекрестный огонь, ну и отличные два хедшота от Мунера. Потрясающе, 15-8, задумка от Place to Play работает, девайсы реализовали себя полностью. И последний раунд будет ключевым уж точно для Place to Play. Да, ну вот, и Киршнет тоже молодцы, Тарас хорошо сыграл. Все-таки вот тот риск, про который ты говорил, оказался оправданным. Ну да, будут пить шампанское, они, наверное, ему пиваются. Как говорил один из игроков, когда в команде овер, есть шампанское. Риск оправдан бывает, да? Ладно. Халли, Парыч, Дося. Смотри, крутой, там выходил уже далеко в мидл. Тут уже пошел, вот уже знаешь такой от Киршнет. Открытый Counter-Strike, да? Открытый Counter-Strike. Либо стреляемся, либо иди отсюда. Вот. Ну, итоге видимо, у Керчей с деньгами тоже большие проблемы. Есть у них два дигла, есть Галил и два КМ. Кто забирает медле Дося, ну вот, вот и шансы зацепиться все-таки за хотя бы ничью в этом поединке. Хотя бы. Так, пробивается у нас Блейд. На парыч здесь лежит дым. Так, Ромушки забирает Z1, Крафтик убивает Мунера, Блейд нагло выходит, убивает Хали в спину, который поднимался по спуску. Хали в шоке, это сплита, длинная парыч и 2 в 4. Ну и тут, да, и похоже, все-таки борьба у нас продолжается. Да. Начинают не дадут нам скучать. Бомба, он минус, он хочет второй фраг себе на ноге сделать. Ну вот Фокс его здесь перестрелял. Ну сейчас Фокс еще нервишки потреплет пацанам, я думаю, сейчас попытается пострелять по одному пакету. Ну смотри, там уже один игрок Керчей обходит. Вот это да. Респаун, и сегодня, знаешь, сегодня день пуль, которые летают не через стену, а вот так и обгибают ее и попадают в голову. Да, вот казалось бы, не видно было игрока. Да, да, да. На самом деле был пиксель. Вот в CSGO таких пикселей нет. Это правило правого плеча. Ну да. Ты выходишь справа и не видишь, видишь точнее ногу, а получаешь в голову. Да, такие вот расклады. Поэтому Парыч изначально всегда подготавливается. Вообще всегда. На Дедасте вот центр, парапет, это как бы самый такой ключ к любому дефенсу. Вот если вы занимаете центр и парапет, у вас кто-то есть в тэшке, вы контролируете, грубо говоря, 90% карты. У вас вы не знаете, что на длине и что на миде. И то и мид можно прочекать, да. А на длину можно также выходить вначале медленно, а потом занимать мид. Но самое главное, как вы занимаете, потому что вы можете напороться всегда ведь на укрепление, на какое-то. Потому что если там будет какое-нибудь оно грамотное, то там просто одна флешка, и ты белая, а потом уже очухиваешься, ты труп. И вся твоя команда на тебя смотрит. Такими же глазами, как у тебя по 5 копеек. Как так? Ну вот Кирчам не доставил труда взять раунд команды Place to Play. И в итоге ждем закупочку. Там у нас по статистике, короче, как я понимаю, Fox 16-11. 26-16 Халли. Ну я тебе ну говорю. Ну да, вот Халли уверенно настреливает. Видишь, какой он. Просто вот тоже не попал он. У него, можно сказать, статистика подтверждает, что он каждый раунд убивает минимум одного. Ну вот с душой, знаешь, играет. Ну вот, не срослось у него в свое время. Давай глянем на миникарту, что происходит. Вот интересно мне, что же будет происходить. Что задумали Киршнет. Ну, оставили одного Затуана в тэшке, контролит он поджимы. Бомба на респе. Ну, походу, это будет 3-2-Б, потому что Крутой сейчас должен перетягиваться через респаун на Б-плант.
По идее, если я не ошибаюсь. Да, 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 это будет заход на Б. А да. Веб-1 встречает у нас, по-моему, один игрок. Это Фокс, и вот он в такой вот стрёмной позиции. Еще и с Фомасом, это ж вообще наглость, это сколько. Бальчики, видел бы сейчас Дима Смелый, что Фокс делает. Кстати, вот этот раунд старуха советовал юзать команде Кирочнет, ну и посмотрим, что же из этого получится. Ну вот видим, пока все складывается, пока в их пользу. Один Фокс на базе Б. Митхали должен был запирать, все, уже не уйдет. Уже, да, его... Ящика просто. Нет, его отпустили чудом, но... А, ему помогают. Блейд пытался сыграть в десант, Бондик убирает все-таки Хали, но по миду. На миде еще есть Мунер, который, в принципе, от информации отталкивается и будет сейчас его пытаться закрывать. Да, занимается мид. Да, убили игрока. На Б вообще без шансов там. Ну и вот, в принципе, раунд сработал. Но тут больше такой вот, позиционно очень угадали Керчи. Вот раунд 3-2 Б, вот при такой рассидке диффенса вообще идеально работает. Один человек, который находится в РСПе, его отрезают дымами, и остается в итоге один на Б. Притом Хали сыграл не лучшим образом. Ну и, собственно, результат налицо. По-прежнему размен всего лишь 4 в 1, и остается один Ромшка, который попытается засейвить девайс. Ну и Z1 не дает этому сделать ему. 15-15. Ты веришь в это? Ну, вполне возможно, конечно. Я тоже говорю, что это вполне возможно, но вот... Ну сейчас смотри, один аккаунт от русской команды, потом оружейка, и в случае отданной оружейки, то шансы на 15-15 даже очень велики. Так, Б1 сейчас дал инфу крутой. Он просто не понял, где второй игрок. Это развод, развод, развод. Походу Киришнет, слушай, Киришнет, по-моему, сейчас засчитали этот развод, как я понял, или нет. Нет, если они от инфы крутого отталкивались, то по факту 1 на Б, 4 А, но они идут все туда. Но там вообще 5 А, потому что чувак обратно отошел. Вы видели прекрасно, наверное, как и я текстуру, которая такая темная, через дым просочилась. И сейчас будет просто... Ой, там что на Парыче? В итоге врыв Парыч, и тут сразу крушил Амай. Блейд не скучает, забирает Фокса, Мунера также забирает Бондик. 4 в 3 размен. Ну, контрит, конечно, они хорошо пропят, но тут можно в легкую выйти на Б. Да, ну и Кирчи сразу вот моментально реагирует на это все, занимает Б-базу, устанавливает бомбу. Ну посмотри, видишь, вот опять мид, и все, вот мид занят, и ничего ты с ним не сделаешь. Не выйдешь ты за КТ там туда в аркаду, потому что получишь. Все, два человека могут контролировать вообще весь процесс стяжки защиты. Согласен. Как бы даже один чувак с этим может справиться. Совершенно спокойно отрезать. Как бы типов, ну тут что, будет сейф? Будет сейф от Хали девайса, но его сейчас с длины должны накрыть. Да даже не с длины, с подъема за Z1 с ними справляется. 12-15, друзья, и эко-раунд, в принципе, я считаю, сыграла команда Place to Play на все 100%. Очень грамотный шаг был с точки зрения развода, да, дать дым на центр, сделать вид, что ты туда прошел, а потом просто промелькнуть обратно, чтобы тебя не заметили. Если бы они чуть-чуть попозже стали пробрасывать секунд на 5 парапет, они могли бы с гранат просто унести только двух человек, а с третьим постреляться. Ну да, поспешили, но и... Ну, поспешишь, людей насмешишь, так что никогда не спешите, особенно когда детей делаете. Так что вот... Так, давай еще раз смотреть мини-карту. Мы сразу будем понимать, что будет делать команда Крышнет. Так, мне интересно, что там Ромшки. Ромшки вообще просто от таз встал. Ну, это позиция вообще, вот именно, суицид. Позиция The Bot. The Bot. The Bot style просто. Ну, вот сюда вылетает... Умом Россию не понять. Сюда вылетает моменталка, и этот парень просто без шанса в молоке. Нет ни малейшего шанса отвернуться от флешки, и это большие проблемы сейчас будут у Ромшки. Так, вот ослеп уже. Кстати, есть у него шанс. А там Парыч Хали накрывает, первый минус дает, отбиваются от Кэпа, Кэп дает сейчас расклад, и тут, по-моему, сплит центр Б. Ну смотри, здесь они на Б еще пытаются пройти, конечно, отбили, но 3 в 2, численное преимущество есть, бомба так крутого взрывают, забирает Айвик, не, меняет девайс, чтобы постреляться, забирает бомбу, пытается уйти, но у них, смотри, в каком Кирчнет, они вообще в безвыходной ситуации, по сути. У них только выйти, перестрелять, остались какие-то там шансы. Все, на такой раунд. Окна, минус, АБ да, Одена, Фокс. Да, крафта бреют, просто врывается здесь еще Мунда, простеют ящик. Фокс минус 2, 16-12, друзья, это ГГ. Это ГГ. Ну, посмотрим на статистику и видим Кирчнет, Блейд 17-20, 17-18, крафтик, Бондик 18-21, 18-20. Ну, все в минусе, никто не зашел в плюс. А количество хедшотов у Блейда, опять же, первое здесь. Целых 11, минус 2 дал в двух раундах. Минус 4 в одном и минус 5 дал здесь Z1 в одном из раундов. Эйс от него был, неплохо.
Ну и у Place2Play достаточно интересный расклад в статистике. 19-13 Fox, Мундра 15-16 радует нас. Халли 28-18, разрыв 10 фрагов, но он, конечно, агрессивно играл, умирал часто. То есть, если бы он в нужный момент и не аркадил, его от этого останавливали, то у него было бы смерти, я думаю, намного меньше. Смотри, он 7 раз убил двоих, а это... Ну да, это уже говорит о том, что чувак просто каждый раунд потел, выкладывался на все 100. Один раунд, а в одном из раундов он сделал минус 3, ну, не более того. Перейдем дальше, что у нас по оружию. Ну, я думаю, все это, вот что-то тут у Ромушки задевается, я не понимаю. Базука. Базука, базука закрыта такая, квадратиком. Ну и Халли. Тафа постарался подобрать нужный логотип к этому девайсу. Да. Вот. Значит, там что-то реально пошлое просто. Ну, Халли, 14 фрагов только за Скалаша в его исполнении было, у Крафта 10. По балансу здесь тоже интересный расклад. Крафт 7-2 Досю. Ой, Крафт Досю просто, конечно, уничтожал. Domination. В баланс играл Халли с Блейдом. Ну, неудивительно, Халли убивал без того, понятно, в логичных ситуациях, а Блейд давил за всю команду в нужные моменты, да и не только. Так что эта статистика более чем показывает нам многие вещи. Ну, можете заскринить для себя, оставить ее. Ну, а на этом, наверное, я с вами попрощаюсь, попрощается. Да, и я с вами тоже. И вот будем ждать новостей, когда у нас будут следующие игры. Скорее всего, финалы Асуса пройдут у нас, друзья, в эти выходные. И мы их с вами откомментируем. Также комментировать еще будет Тафа. У нас будет две трансляции запущены. Мы там решим уже, как мы сгруппируемся. Ну и финальную часть, естественно, откомментируемся. Вместе постараемся. Ну, решим. Мы что-то с этим придумаем. Что-то с этим мы в любом случае придумаем. Ну и надеюсь, что вам все понравилось. Увидимся с вами, когда увидимся. На выходных. Ждите анонсы, кстати, на asus-open.com. Подписывайтесь на мой твиттер. Там я точно сообщу вам. Вот, кстати, твиттер на экране. Там я вам точно сообщу, где и когда, и что, и почему. Вот. Ну и на этом, наверное, все. Юрий, Юрец. Да. Всем пока. Пока. И это окончательное пока, да? Окончательное. Самое окончательное пока.